Да, действительно, бывают летние коньки. Хотя кому-то это сочетание покажется странным. Особенно, когда увидит он на экране наших привычных звезд конькобежного спорта, побеждавших и добывавших медали для России. На Олимпиаде в Турине и на прежних самых крупных соревнованиях. Но причудливая фантазия организаторов объединила всех воедино. И дала возможность попробовать себя на роликовых коньках и тем, кто привык на них стоять и кто на них соревнуется все время, а также и тем, кто использует их лишь изредка, но знаменит другими спортивными достижениями.